Ну что можно сказать, насущника? Ну, наверное, сыграли два разных тайма. В первом оказались немного не готовыми к игре, скажем прямо. Настраивались, знали, что существует такая проблема. Вторых игр, где нужно снова находить эмоции, выплескиваться. Пока, к сожалению, у нас не получается найти рецепт, как эти вторые игры играть. Но залезли в большой минус и очень порадовало то, что хотя бы уже в этой ситуации смогли завестись, смогли реанимировать интригу в игре. Трибуны завелись, видел то, что команда побежала, нашла все силы, практически достали Синару. Здесь, конечно, очень важно было реализовать те моменты, которые у нас были, чтобы счет стал, может быть, равный, даже чем черный счет могли вперед выйти, потому что в какой-то момент преимущество было ощутимо именно в эмоциональном плане. Но надо дать должность сопернику, которые в какой-то момент все-таки тянули русло игры, нужно им состояние, нужное направление, и смогли забить пятый, этим игру чуть-чуть не успокоили. Попытались за 5 минут до конца сыграть 5-4, но не получилось. Синару с победой, ну а всех женщин с праздником счастья, любви, семейного благополучия. Спасибо.